Сейчас о прошедшем уикенде. Праздничные мероприятия в честь Дня России прошли в эти выходные практически по всему городу. Для жителей и гостей поселка Нагорный концерт развернулся прямо под открытым небом. Сценой стало крыльцо местного центра досуга, а лавочки для гостей разместили в аллее напротив. Мало кто смог пройти мимо представления, а также выставки рукотворных изделий. Вся эта красота создана руками участников клуба «Эврика», в котором занимаются более полусотни местных девчонок и мальчишек. Самые юные гости приняли участие в мастер-классе, получили в подарок пусть маленький, но вполне настоящий флаг России. А в празднике, посвященном Дню России, принял участие и депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин. В своем выступлении он отметил, несмотря на то, что этот праздник еще достаточно молод, с каждым годом осознание его важности и значимости для каждого жителя России возрастает. Я хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать вам здоровья, счастья, удачи. Любите то место, где вы живете, потому что каждая великая родина начинается с нашей малой родины, с нашего Кунгура, с нашего Пермского края, с нашей великой страны. С праздником, дорогие друзья!